Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео светомаскировка для VPL B36 в 18 масштабе. Комплект состоит из, собственно, корпус светомаскировки, крышечка светомаскировки и две стекляшки. Вот у нас Урал, на котором установлены открытые светомаскировки. Да, смотрите, друзья, значит, открытая и закрытая светомаскировка чем отличается? Она отличается положением вот этой самой крышечки. То есть ее можно приклеить вот так. И у вас будет маленькая щель, через которую будет светить, да, луч света. Либо же можно приклеить ее, как вот в данном случае. Смотрите, да, обратите внимание, как она приклеена. То есть открытое положение и закрытое положение светомаскировок, ребят. Вот. Любой комплект собирается как в одном, так и в другом варианте. Светомаскировки у вас могут быть серого, либо черного цвета. Ребят, вне зависимости от того, какого цвета вам приехали светомаскировки, их нужно красить обязательно черной краской, потому что они напечатаны из смолы, а смола просвечивается. Даже если вам приезжают черные светомаскировки, их все равно нужно красить. Обратите внимание, что здесь светомаскировки покрашены. Они вставляются в штатное место, фиксируются они каплей суперклея по контуру. То есть вот здесь, где камера? Эй, фокус, алло, фокус. Вот, ребят, здесь вы намазываете суперклеем и приклеиваете их аккуратненько. Фокус опять вот сюда приклеиваете, в штатное место. Да. Также вот эту крышечку вы приклеиваете либо в открытом, либо в закрытом положении. А стекляшка, ее приклеивать не надо, она просто вставляется внутрь светомаскировки. И на кабине Урал есть ответная часть, в которую опять же вставляется вот эта стекляшка. Вот, ребят, все, комплект светомаскировок доступен на нашем сайте и также на Озоне. Ссылочка в описании к этому видео. Желаю всем удачи, всем отличной жизни, всем пока. С вас лайк и подписка.